Почему я голосую за Прохорова? Я наконец-то понял, что в России должна происходить сменяемость власти, как во всех цивилизованных странах. Я пережил правление Сталина, который 27 лет издевался над своим народом. Я пережил Брежнева, который 18 лет спал под наркотиками. Ну и там остальные тоже. А сейчас тем более, что у нас Путин собирается вообще уже, будем считать, на третий срок. Вот. А что он сделал, пока я не вижу ничего такого очень глобального в его действиях. Ну то есть что, если взять несколько аспектов в жизни нашей России, что у нас... заводы стоят, значит, сельское хозяйство лежит, ЖКХ сгнило вместе с трубами, вот. В городах не хватает детских садиков, есть у нас малые города, которые вообще разваливаются уже, гнилые, они по 100 лет стоят, то есть этим он не занимается. Вот. Я надеюсь, что Прохоров молодой, энергичный, вот. Он показал себя хотя бы на никеле, на этом на большом заводе. Он его поднял. Я думаю, что если он будет президентом, то он России даст совершенно, укажет новый путь, и за него будет бороться. Спасибо.